товарищем на пути Чече. Это велотусовка, на которую я уже давно не могу попасть никак. И сегодня наконец-то решились, в планах проехать 100 километров, это значит 20 километров до места встречи, 50 с велосипедистами и примерно, наверное, 30 обратно получится с места финиша. Отсюда, ну, я уже километров 5 проехал, отсюда мне еще километров 15 до Чеховской. Ну, в принципе, по прямой через Волоколамское шоссе. Какие-то будут там переходы, не знаю. Я еще не ездил по этой дороге до Тудова. Хотя ездил частично, но не до конца. Усадьба Покровская, Стрешнева, слева. Кино снимают. ТТХ 5 км говорит. Thank you.
я не особо понимаю, где проехать лучше всего. Наверное, вот так. До сюда я мог доехать на трамвае. Тетка с голой спиной стояла, я, конечно, засмотрелся. Опа-на! Дублерчик свободный. Это тема. Вообще я успеваю, я смотрю по времени. Но... можно и поторопиться. Чтобы посидеть, познакомиться, поболтать. Вода. Блин. Моя хата с краю, с правого, самого крайнего краю. В левый ряд лезть нельзя. Раненых не остается. Мы продолжаем движение по Ленинградскому проспекту. Одному из самых, наверное, может быть, даже самая красивая
улица Москвы. Ну, самая нарядная, по крайней мере, парадная. Это Кутузовский проспект, Ленинградский проспект, улица Тверская. А Кутузовский даже где-то понаряднее, наверное, будет. Но Ленинградский тоже хорош. Очень широкий, очень красивый. Ну и переходит в главную улицу города Москвы, Тверская. От Белорусского вокзала. Начиная. Хо-хо. Так, приближаемся к стадиону «Динамо». Слева Петровский парк. По идее, мне надо туда на него свернуть и проехать через. Удлинить малость маршрут. Ну и сделать чуть-чуть безопаснее. Тетя, видим меня? Но я не хочу. Слева стадион «Динамо». Что такое, ребята? Мне страшно будет вас объезжать. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Боюсь, я там придется переходом воспользоваться. Но эстакады проезжать я боюсь. Случай был недавно, трагический у меня. Вот дом на курьих ножках тоже, на той стороне. Ох, красота! Меня, значит, ну практически как бы, ну, ударила машина. Не сбила, конечно. На одной эстакаде. После этого я их очень опасаюсь проезжать.
когда справа полоса какая-нибудь там подходит. Как-нибудь надо записать об этом случае. Предлагаю полюбоваться здесь. Едем дальше. Собственно, вот это синее здание впереди, это и есть Белорусский вокзал. Так, до хера я, да, возомнил опять? Ладно, молчится, прыгнем. Опа! Хотя зря ехал бы и ехал. Вот она, площадь Белорусского вокзала, сам, собственно, вокзал. Ну, отсюда ехать уже совсем чуть-чуть осталось. Пустите, товарищи. Вот она, Тверская. Тверская Ямская сначала называется она. Потому что здесь ямщики раньше были. Это и следующая улица налево. Все, конюшни были. Такси и экипажи того времени. Вот он, фиксик, фиксик, да? Ничего, пару станций метро проехать осталось. Опачки. Нет, нет. Не собираюсь я давить никого, бабуля.
забибикала. Не даст он мне проехать. Хера. Пиздец, блядь. Чего он жмется так? Маяковка. Под нами садовое кольцо, как бы его показать. Оно под проходит. Сейчас вот там. Покажу. Как это выглядит. Вот так видно, да? Сейчас времени нету, конечно, все это обозревать. Ого-го, красота. Ньюфаундленд. Шикарный пес. Так, ну и я здесь. Я здесь. Что я дебил малость. Я не туда подъехал чуть-чуть. Кстати, памятник Высоцкому. Имя тоже нет у меня. Засматриваться. Поэтому надо побить. Еще
за тем шоссейником мне идти. Он туда стопудово шел. Вот я лох. Цветной бульвар проезжаем. Вот он влево уходит. Подъем какой хороший. Театр Цитера. Всем привет! Здравия желаю.